В столице Китая, Пекине, прошел второй фестиваль по культурному обмену под названием «Шелковый путь. Молодые мечты». На фестивале, прошедшем при организации Альянса городов «Шелкового пути» и Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами, состоялись конкурсы по музыке, ораторству, фотоискусству и песочному художеству. При поддержке посольства нашей страны в Китае азербайджанские представители также испытали свои силы в нескольких конкурсах фестиваля. Фрагменты азербайджанских мугамов и китайская народная музыка, исполненные заслуженным артистом Сахибом Пашазаде Натари, были с одобрением встречены зрителями и международным жюри. Решением жюри Сахиб Пашазаде был объявлен победителем среди инструментальных исполнителей. Ему были вручены сертификат и кубок фестиваля. Фотография, снятая учеником 9 класса Пакистанского колледжа в Пекине Исламом Халили на лоне природы в Гёгёльском районе, заняла 3-е место. Магистр Реньминского университета Фара Рахим Гусейнзаде, приняв участие в конкурсе по ораторству, отметил, что Азербайджан исторически славился синтезом различных культур и цивилизаций, рассказал о традициях, толерантности и мультикультурализма нашего народа. Севда Джафарова, Шаин Джафаров, Гумбат Мамедов, Азартач, Пекин.